Сотрудники таможни, которые сегодня принимали присягу в героических стенах Брестской крепости о том, что такое война и какими силами был побежден нацизм, знают только по рассказам поколения людей тех страшных и кровопролитных военных лет. Сегодня, спустя 70-летий, работая и живя в мирной стране под спокойным небом, каждый из них не перестает благодарить ветеранов, людей, которые не просто честно и доблестно исполнили свой служебный долг, но и продемонстрировали невероятную силу духа и стойкость, выстояв в сражениях и отстояв нашу Родину. По поручению председателя таможенного комитета, делегация таможенного комитета прибыла в город Брест для участия в этом торжественном событии. И не только прием присяги, но и чествование ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Это знаковое событие. В преддверии этого святого праздника по всей Беларуси проходят аналогичные мероприятия, и мы стараемся участвовать. Сегодня каждому ветерану мы посетим, кого дома, к сожалению, отдельных в больнице, но мы исполним вот этот долг и скажем им огромное человеческое спасибо. Мы стоим у западных ворот Великого таможенного союза. И мне хотелось бы сегодня еще раз сказать большое спасибо ветеранам Великой Отечественной войны. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше. Сегодня они у нас присутствовали на этом торжественном мероприятии. Большое им спасибо, что мы есть, что мы живем, что есть такая возможность работать, жить и воспитывать детей. Таможня – ведомство, которое нуждается в настоящих профессионалах. Только высокие моральные устои, грамотность и образованность, а также желание приносить пользу и трудолюбие помогут каждому, кто приходит в ряды Брестской таможни, стать настоящим специалистом, человеком, который сможет достойно продолжить героическое дело дедов и прадедов по охране государственных рубежей. Конечно, ответственность чувствуется, тем более это прирожденная присяга к 70-летию освобождения. И хочется выразить нашим ветеранам большую благодарность за то, что мы стоим на этой земле, а тем более в стенах Брестской крепости. Значимость работы на границе переоценить невозможно. Каждый день рубежи нашей Родины пересекает не одна сотня человек. Сотрудники таможни отвечают за экономический суверенитет Беларуси. От того, насколько честно, преданно и добросовестно они несут свою службу, зависит одна из главных составляющих безопасности страны. Хочется сказать, что это торжественная обстановка и вступление в ряды сотрудников таможни, Брестской таможни и всей таможенной системы налагает достаточно большой отпечаток на всю дальнейшую службу. Что касается самой Брестской таможни, мы себя не отделяем от службы. Мы всегда гордимся тем, что таможня с огромными традициями. В год 75-летия самой таможни мы говорим о том, что только напряженным трудом, большими достижениями, которые мы для себя наметили, мы отметим этот год. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.